Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала. Перекись водорода – незаменимый дезинфицирующий помощник. Ее также часто используют в саду и в огороде. Благодаря своему составу она насыщает почву кислородом, убивает патогенные бактерии и грибковые инфекции и позволяет растениям быстрее усваивать питательные вещества. Перекись водорода является отличным стимулятором роста для растений и подкормкой для чеснока. Она также размягчает оболочку и ускоряет прорастание семян. Для стимулирования корнеобразования зубчиков чеснока возьмите 2 столовых ложки 3% перекиси водорода на 1 литр воды и замочите зубчики на 30-40 минут. При замачивании следует использовать пластиковую емкость. Такое замачивание также сможет обеззаразить посадочный материал, но это будет менее эффективно, чем обработка перманганатом калия, солевым раствором, фитоспорином или медным купоросом. Перекись водорода способна улучшить качество почвы, насытить ее кислородом и повысить способность растений к усвоению питательных веществ. Для этого достаточно за пару дней до посадки пролить грядку с будущим чесноком водой с добавлением препарата. Для этого следует взять 6 столовых ложек перекиси на 10 литров воды. Также используйте раствор перекиси и воды по весне, когда появятся первые всходы чеснока, чтобы простимулировать рост здоровой культуры. Спасибо, что вы смотрели это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться.